накали. Всем все видно? Вполне. Начнем. Так, мы в эфире, парни. Как у тебя с арабским? Никак. С фарси? Ноль. Ясно. Значит, буду говорить на вашем ублюдочном английском. Раз вы все безграмотные псы. Такое начало беседы мне не нравится, Гасан. Я офицер группы Аль-Кудс. Ты предводитель иностранных террористов. Ты, по сути, тоже. Чего вы хотите, майор? А чего хотели вы, когда бомбили нас? Ну, например, отыметь вас. Вы невежи и сквернословы. И научитесь почтению, когда ваша страна запылает. Ты связался с картелем, Гасан. И если вдруг ты исчезнешь, вряд ли этому кто-то удивится. А ты спишь и видишь, как будешь меня пытать? Кто продал вам эти ракеты? На это мне плевать. Я хочу знать, куда они полетят. Посмотри вокруг, Гасан. Если не хочешь стать кормом для шакалов, начинай говорить. Я заложник. Так нельзя. Ты военнопленный. Иран не воюет с Мексикой. Я ничего не нарушил. В отличие от этих людей и их командиров. Вы с вашим Гарбрани нарушили все... Не произноси его имя! Вы убили его, и вы за это заплатите! Теперь вам поможет только Бог! Я хочу, чтобы этот ублюдок отправился либо за решетку, либо прямиком на тот свет. Генерал. Убьем Гасана, развяжем войну, и арестовывать его нельзя. Сейчас он нам не нужен. Мы можем извлечь из этого хоть каплю выгоды? Работаю над этим, ждите. Главный, дай мне его прикончить. Да я бы с удовольствием. Но тут Ласвал права. Куда лучше отпустить его и проследить за ним. Отпустить его? Вы что, шутите? Боюсь, что нет, сынок. В его телефоне что-нибудь нашлось? Так точно, есть зацепка. Что ж, нам придется его отпустить. Данные с телефона Гасана в Мексике передавала вышка на испанском побережье. Когда мы его поймали, он с кем-то разговаривал. Сигнал вывел нас на рыбзавод картеля, прикрытие для контрабанды. Он в глуши рядом с морем. То, что надо для контрабанды. И ввоза ракет. Нужно попасть туда и выяснить, нет ли там ракет. На снимках не меньше 4 построек и маяк. Нужна разведка. Но завод хорошо охраняется. Высокая трава отлично маскирует. Правильные экипировки. Камуфляж. Именно. На мне побережье и уход для вас по воде. Ты не можешь идти одна, Кейт. Один в поле не воин. Трое — это много. Здесь у нас нет полномочий, Джон. Действуем тихо и медленно. Это не санкционировано. Не светимся. Буду на месте, сообщу. Нужно найти эти ракеты, пока Гасан их не запустил. Браво, это хранитель один. Полкилометра от берега. Вижу постройки. Что у вас? Мы на огневом рубеже. Видим две вооруженные цели в поле. Начинайте по готовности. Есть. Ждем. Газ? Безветренно. 200 метров. За мной. Браво. Что у вас? Браво, как слышно? Отлично. Два есть. Хорошо. Проверьте, что там дальше. Вижу мобильные патрули и наземную группу впереди. Вижу их. Картель? Скорее всего. Давай-ка подползем поближе и посмотрим, что они так защищают.
Лежи и прячься в траве. Вступать в бой нам сейчас ни к чему. Браво, это хранитель. Как обстановка? Мы идем, Ласвелл. В поле охраны картеля. Видно что-нибудь похожее на ракеты? Никак нет. Ясно. Продолжайте. Прием. Стоп, двое слева. Включи тепловизор и следи за лазером. Сержант, советую взять снайперку. Дистанция как раз для нее. Есть. Понял. Вижу их. Один твой, второй мой. Этот готов. Блеск. Двигаем. Держись рядом. Браво, это хранитель. Где вы? Возле ветряков. Поняла. Перед вами будут деревья. В них можно укрыться. Понял. Стоп. Там машины. Видишь? Грузовик с контейнером. Ага. Как раз для ракеты. Пойдем следом. Браво хранителю. Наблюдаю машины к северу от нашей позиции. На одной из них контейнер. В нем могут быть ракеты. Поняла. Это то, что мы и искали. Я продвинусь чуть дальше. Попробую найти точку получше. Есть. Отбой. Тоннель под дорогой. Пройдем по нему на ту сторону. Понял. Ждем команды. Картели террористы. Гремучая смесь, да? Террористы зациклены на прошлом, а картелю нужно будущее. Что у них общего? Территория, свежая кровь. И те, и другие привлекают молодежь. От новобранцев отбоя нет. Трава здесь выше, нас труднее заметить. Присядь и не высовывайся. Погоди. Движения идут сюда. Небольшой патруль. Прямо по курсу. Спрячь оружие, Газ. Прикинь, куда они пойдут. Решишь маневрировать, делай это медленно. Никаких резких движений. Не шевелись. Они близко. Атакando! Perdimos a uno! Погоди. Движения идут сюда. Небольшой патруль. Прямо по курсу. Прикинь, куда они пойдут. Решишь маневрировать, делай это медленно. Никаких резких движений. Не шевелись. Они близко. ¿Me oyes, güey? Confirmo, te escucho. ¿Qué es lo que tienes? Todo despejado. Recibido. Come here.
городе еще двое. Найди их тепловизором. Доставай тепловизор и смотри на мой луч. 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 Я их вижу. Начинай. Бери его. Я кладу второго. Готово. Круто. Можно идти. Газ, впереди постройка. Снаружи никого. Кто-то может быть внутри. Проверь здание датчиком сердцебиения. Газ, доставай датчик сердцебиения. Чисто, внутри ничего. Понял. Не тормози. Ни к чему стрелять. Пройдем незаметно. Он опять движется. Не вижу его. Поняла. Я за ним прослежу. Не тормози. Впереди деревья. Идем туда. Деревья маскируют лучше, но все равно будь начеку. Внимание! Грузовик с контейнером подъехал. Кажется, они переносят груз на склад. Рядом несколько вооруженных. Понял. Хранитель? Хранитель слушает.
Какое у тебя любимое оружие? У меня его нет. Для каждой работы есть свой инструмент. Слова настоящего воина, Ласвелл. А какое твое, Кайл? Снайперская винтовка. Продольный затвор или полуавтомат? Первое. Надежнее, легче, меньше подвижных частей. Понятно. Знаешь, откуда взялось слово «снайпер»? Нет. Откуда? Из охоты на птиц. Есть птица бекас или снайп. Она отлично прячется. Кто подстрелил снайпа, тот снайпер. Мы уже близко. За той скалой будет видно главное здание. Если ракеты вообще здесь, они могут быть внутри. Ласвелл, мы идем мимо ветряков, подходим к скале. Хорошо. Вы рядом с одним из главных зданий. Его будет видно с верхушки холма. Погода на нашей стороне. Густой туман, видимость плохая. В камуфляже нас не заметят. Займи позицию в траве. Поглядим на этот зоопарк. Сержант, советую взять снайперку. Дистанция как раз для нее. Осмотри район через прицел. Ну ни хрена себе, капитан. Да тут все кишит целями. Именно. Толпа боевиков картеля. Пока не стреляй. Сперва надо рассчитать поправку. Хранитель, мы готовы. Пристрелите оттуда всех, кого сможете. Начинайте с крайних. Ясно, понял. За работу, сэр. Жду тебя. Его видят двое других. Попробуй занять такую позицию, чтобы положить двоих одной пулей. Он один. Бери поправку на 3,5. Слушай мои поправки и бери упреждения для движущихся целей. Будьте начеку. Им ни к чему видеть трупы другого патруля. Там он один. 3,5 деления вверх. Четыре деления. И еще один. Одним дохлым наркоторговцем больше. Там только он. 2,5 деления. Этот уже не встанет. Отлично. Он один. 3 деления. Еще один сыграл в ящик. Готов. Там он один. 3 деления. Мордой в землю. Хорошо стреляешь. Кончай его. Второй мой. 3,5 деления.
яблочко. Умеем ведь. Он один. 3,5 деления. Его дружок будет в поле зрения. Он мой. Убрал. Блеск. Снимай 2 одним выстрелом. 3 мне. 4 деления. Спекся. Профессионально. Там только он. 3,5 деления. Точно в цель. Досрочная отставка. Клади его. 2 мой. 2,5 деления. Спим на работе, да? Круто. Это гражданские. У них нет оружия. Что здесь делают чертовы гражданские? Это действующая ферма. Кто-то же должен кормить рыб. Начинай. 3 деления. Подбил. Умеем ведь? За ним следят еще 2. Меняй позицию и клади 2 одной пулей. Его видят 2 других. Можешь сменить позицию и снять 2 одним выстрелом. Я на месте. У тебя на прицеле безоружные гражданские. Клади 2 одной пулей. 3 мой. 3 деления. Идеальное попадание. Круто. Похоже, на снайперских курсах еще чему-то учат. Снимай 2 одним выстрелом. 3 мне. Кончай его. 2 мой. 2 деления. Это мухана. Блеск. Клади 2 одной пулей. 3 мой. 2,5 деления. Этот уже не встанет. А ничего так. Похоже, чисто. Спускайся туда и ищи вход. Я прикрою тебя отсюда. Почему я, а не ты, капитан? Потому что я капитан, а ты сержант. Иди уже. Ясно. Все понял. Погоди. Газ, к тебе едут машины, сейчас они за зданием. Похоже, тебя не заметили. Расслабься. Спрячь оружие, Газ.
выходят из машин. Если замрешь, они могут тебя не заметить. Если хочешь перестрелку, ты ее получишь. Они в броне. Если решишь стрелять, целься в голову. Осторожнее, его видят трое сразу. Пусть кто-нибудь отойдет. Терпение, сержант. Его видят несколько охранников картеля. Подожди, пока они разделятся. У тебя чисто. Отлично, сержант. Спасибо за помощь, капитан. Самое сложное досталось тебе. Рад, что ты заметил. Это хороший урок. Мы что, на сборах, сэр? Мы всегда учимся, сержант. Угу. Кажется, тебе пора перейти дорогу и поискать вход. Понял, выдвигаюсь. В главном здании открылись несколько ворот. Я у ворот. Поняла. Ищи вход. Если ракеты внутри, мы должны их найти.
Пусти газ в вентиляцию, и они выбегут. Выпускаю слезогонку. Приготовься, капитан. Понял, я готов. Он поднял тревогу. А, черт, вот и они. Один есть. Берегись, небо падает. Убрал стрелка. Смерть с небес. Готов. Убрал стрелка. На складе чисто. Контейнер внутри. Проверь его и обыщи склад на предмет следов ракет Гасана. Один есть. Убрал стрелка. Что там в контейнере, сержант? Готов. Твою мать. Это совершенно точно лагерь картеля. Что там? Все завалено дурью. На складе полно оружия, таблеток, сырья. Гасан крепко связан с картелем, но мы здесь не ради наркоты. Если ракеты тут, мы должны их найти. Газ, внимание! От соседнего здания идут патрульные в броне. Вроде бы их там 5. Советую взять датчик сердцебиения и снять их выстрелами в голову из снайперки с глушителем. Он поднял тревогу. А, черт, вот и они. Один готов. Уже двое. Минус 3. Четверо. Да ты умеешь считать? Хамишь, дружок? Да просто шучу, капитан. Ну, смейся, пока можешь. Ребята, делом займитесь. Слушаюсь, мэм. Не называй меня мэм. Я все еще способна тебя обогнать. Силы картеля ликвидированы. Не забываем про ракеты. Проверь следующее здание. Продолжай, газ. Ты можешь вломиться, расстрелять их через окна или пустить газ в вентиляцию и выгнать их наружу. Сержант, если что, у тебя есть заряды для вышибания дверей, а еще газ для вентиляции и окна на крыше.
это не комбатанты. Могут дать тебе преимущество. Ага, ясно. Выше голову, урод. Убрал стрелка. У тебя крыша потекла. Атакуй! Минус один. Ферма зачищена. Тут нет контейнеров достаточного размера для ракеты. Не знаю, даже радоваться или грустить. Осмотрись, вдруг найдешь еще что-нибудь интересное. Есть, сделаю. Блин, тут воняет, как в аду. Это рыбная ферма. Теперь понятно, почему меня сюда отправили. Учти, здесь не как там. Тут и в самом деле рыбное место. Я кое-что нашел. Что там? План схемы. У этого места есть свои секреты. Под маяком есть тоннели. Тогда закругляемся и идем к маяку. Жду тебя снаружи. Ясно. За мной. Давайте поднажмем. Нас всего трое. Если они вызовут подкрепление, живыми мы не уйдем. Нас вообще здесь не должно было быть. Иначе мы бы привели куда больше людей. Разумно, Кейт. Считаю, что картель поднял всех местных стрелков. Готовься к серьезному сопротивлению. Что там? План схемы. У этого места есть свои секреты. Под маяком есть тоннели. Тогда закругляемся и идем к маяку. Жду тебя снаружи. Ясно. К маяку, за мной. Давайте поднажмем. Нас всего трое. Если они вызовут подкрепление, живыми мы не уйдем. Нас вообще здесь не должно было быть. Иначе мы бы привели куда больше людей.
Разумно, Кейт. Считай, что картель поднял всех местных стрелков. Готовься к серьезному сопротивлению. В таком тумане они нас не увидят, тем более в Гилли. Разведка и снайперская работа. Это твоя стихия, капитан. Это как ездить на велосипеде. Браво хранителю. Мы видим основание маяка. Занимаем позицию. Сержант, советую взять снайперку. Дистанция как раз для нее. Прицелься и сканируй район. На такой дистанции стоит сменить кратность. Они в броне. Если решишь стрелять, целься в голову. Сперва зачищаем район цели, потом входим. Его видят двое других. Попробуй занять такую позицию, чтобы положить двоих одной пулей. Его видят двое других. Он один. 2,5 деления. Этот готов. Сезон охоты на Сикариус открыт. Будьте начеку. Им ни к чему видеть трупы другого патруля. Там он один. 2 деления. Идеальное попадание. Не везет сегодня картелю. Он один. 2,5 деления. Убрал. Несчастный случай на работе. Беру его дружка. 2 деления. Они в броне. Если решишь стрелять, целься в голову. Еще один сыграл в ящик. Круто. Терпение, сержант. Его видят несколько охранников картеля. Подожди, пока они разделятся. Второй отошел. Он твой. 2,5 деления. Спекся. Отдежурил. Бери его. Я кладу второго. 2 деления. Яблочко. Умеем ведь? За ним следят еще двое. Меняй позицию и клади двоих одной пулей. Его видят двое других. Попробуй занять такую позицию, чтобы положить двоих одной пулей. Его видят двое других. Их дружок ушел. Бери одного, я беру второго. Там только он. 2,5 деления. Они в броне. Точно в цель. Точно в цель. Один твой, второй мой. 2,5 деления. Они в броне. Если... Спим на работе, да? Круто. Его видят двое других. Можешь сменить позицию и снять двоих одним выстрелом. Его видят двое других. Попробуй занять такую позицию, чтобы положить двоих одной пулей. Я на позиции. 2,5 деления. Они в броне. Если решишь стрелять, целься в голову. Подбил. Круто. Похоже, на снайперских курсах еще чему-то учат. За ним следят еще двое. Меняй позицию и клади двоих одной пулей. Я готов. 1,5 деления. Они в броне. Если решишь стрелять, целься в голову. Мордой в землю. Газ. Там движение на дороге. Профессионально.
Они остановились и выходят из машины. Прячься в траве, Кайл. Спрячь оружие, Газ. Капитан, эти парни не из картеля. Ласвелл, ты слышишь? Так точно. Газ, они говорят на арабском? Не уверен. Это Аль-Катала, люди Гасана. Они ушли. Можешь идти. Пронесло. Ясно. Думаю, это Аль-Катала, люди Гасана. Если здесь люди Гасана, то происходит что-то серьезное. Или уже пошло. Вокруг маяка несколько пристроек. Нужно проверить их. На крыше горячо, нужно прикрытие. Еще один! Минус один!
Гараж зачищен. Обыщи его. Я что-то нашел. Коробки и ящики. Российские. Что в них? Они пустые. Открыты недавно. Россия работает с Ираном. Она может помогать Гассану напрямую. Все становится еще сложнее, Джон. Здания через дорогу все еще заперты. Зачисти их и пойдем искать тоннели под маяком. Есть. Сделаю. На крыше горячо, нужно прикрытие. Amigo! Уэник! Мэтт! На крыше горячо, нужно прикрытие. Еще один!
Минус один. Внутри чисто. Тут гнездо контрабандистов. Что там? Куча покойников и целая гора ящиков с бог знает чем. Наверняка дурь. Ракеты? Нет. Похоже на жилые помещения. Стой там, Газ, я иду к тебе. Надо найти вход в те тоннели. Похоже, тут кое-что есть, капитан. Помоги, что ли, а? Я толкаю, ты тяни. А? Кейт, мы нашли проход. Отлично. Смотри-ка. Джекпот. Внимание, ко мне приближаются лодки. Нужна помощь? Наверное, рыбаки. Продолжайте работу. За мной. Газ, давай вниз. Спускайся, сержант. Спускайся по веревке, Кайл. Любят же картели тоннели. Хотел бы я сказать то же самое. Старшие идут первыми, капитан.